Постойте, садовое, говорим мы. Садовое кольцо. Когда-то и верно. Шумели на кольце частные палисадники. Бурный рост города-гиганта подсказал необходимость убрать старые посадки, расширить по возможности проезжую часть. Но сады все-таки сохранились на Садовом, чуть в стороне от красной линии. Тенист и прекрасен парк детской больницы, бывшей Софийской, открывшейся здесь в году 1897. В ее стенах закладывались основы отечественной педиатрии. Трудились тут видные русские врачи – Тольский, Терновский, Филатов. В советское время старейшая в Москве детская больница получила имя Нила Федоровича Филатова. Большая Садовая улица на самом деле невелика, менее полукилометра. И все же она соответствует названию, по духу, по масштабности. И застроена она более продуманно, нежели ее тезки другие садовые. Здание военно-политической академии имени Ленина возведено по проекту Щусева. Здесь готовятся руководящие партийно-политические работники армии и офицеры-педагоги. Бок о бок с аскетичными стенами Щусевского строения издавна любимый москвичами сад-аквариум. Чего только не бывало под кронами этих деревьев. Работала первая русская электрическая выставка. Шумели увеселительные заведения ОМОНа. Выступал Иван Поддубный. Ныне по дорожкам аквариума спешат зрители к парадному входу в новое здание театра имени Моссовета. И соседствующий театр «Сатиры» тоже относительно недавно справил новоселье. Мало кто помнит теперь, что для театра был перестроен старый цирк антрепренеров братьев Никитиных. Вот и встретились Садовое кольцо и улица Горького. Прославленный на весь мир концертный зал имени Чайковского как бы принадлежит им в равной мере двум крупнейшим московским магистралям. Площадь Маяковского. Когда-то именовалась она площадью Триумфальных ворот. Тут сооружали парадные арки в честь императорских приездов. Забылось название. Кажется, будто всегда стоял на площади он, Владимир Владимирович, сказавший знаменитое свое: «Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли, Москва».